когда произнесли фамилию Трамп, я подумал, вот Хакамада, будучи американской гражданкой, если бы вы были американской гражданкой и участвовали в последних выборах. Вот если никто не запомнит. А? Если тот, кто сейчас смотрит, никто не запомнит, скажите громче и четко. Вы уже это артикулировали достаточно четко. Не-не-не, повторите. Хорошо, за кого бы голосовала Хакамада во время последней гонки американской? За Трампа или за Клинтона? За Трампа. За Трампа? Да. А ваши все за Клинтон, по-моему, переживали, нет? У меня нет ваших. Я сама по себе всегда. А то, что он, у него репутация, только буквально чуть не вырвалось, я сказал бы, что он сексист, у него репутация сексиста, вас это не смущает? Меня не интересует, когда избираются президенты, все разговоры вокруг его высказывания. Я не люблю выхватывание цитат. Угу. Мне интересен, когда интересна ситуация, когда такую Америку, да, может что-то потрясти, и вдруг что-то произойти неожиданно, и вдруг в этот истеблишмент вырывается человек, который вообще к нему не имел отношения. Там, в отличие от России, политический класс и класс бизнесменов существуют отдельно. Это у нас все вместе замешалось так, что мы распутать не можем. Поэтому это, я понимала, фан террибль для политического истеблишмента. И мне стало интересно. И если бы я жила внутри страны, я бы тоже попробовала, да, потому что Америка тоже встала в какой-то застой бесконечный. И при Трампе их трясет, но это интересный эксперимент. А там страна готова? Я вам скажу честно, для России тоже пора что-то как-то, знаете. Пора что? Ну, как-то встрястись вообще наверху, там совсем уже заснули все. Их Путин иногда потряхивает, но это уже как шум, все привыкли. Но при этом мы ведь с вами понимаем, что нынешняя власть – это власть, ну, либералов, что Путин – либеральный президент. Но он кто никак... вам сказал? Вы опять начинаете. Рынок, либерализм, Путин. Теперь здесь вы, да? Рынок – это одна история. Он может быть на принципах либеральных, может быть на принципах нелиберальных, как в Латинской Америке или в Сингапуре. Да? То есть это все разные понятия. У каждого понятия есть своя история. Ну, то есть вам... Я понимаю, что вы журналисты, поэтому вы ничего не знаете, вы кидаетесь, конечно, по верхам. Конечно, конечно. Ну тогда давайте мастер-класс, сейчас будем лекцию на полтора часа читать. Про мастер-класс мы вашему обязательно поговорим во второй части, буквально через 5 минут. Сегодняшняя власть нелиберальна, потому что либерализм отличается от нелиберальной модели в области строительства государства тем, что государство полностью зависит от других независимых институтов. То есть... Суды независимые, могут снести кого угодно, под суд отдать кого угодно и слушание устроить вплоть до президента. То есть, если президент переходит улицу на красный свет или не платит налогов, в либеральном государстве его сажают так же, как и других граждан. СМИ независимые, их много, они конкурируют, они могут быть предвзятыми, но они настолько все разные и друг с другом бьются, что в результате появляется какая-то объективная информация. Все ветви власти абсолютно независимы. Если это парламентская либеральная модель, тогда та партия, которая победила, она и ставит своего премьер-министра. Если это президентская страна, тогда партия победила, да, а президент избирается параллельно. И у них могут быть противоречия, как сегодня у Трампа. Но... Их много, этих разновидностей, все придумали в свое время греки. Быть может, дело в так называемом человеческом материале, существует такой тезис, что носители русскоязычного менталитета просто не готовы к описанным вами моделям, и что нам обязательно нужен отец, царь, вождь. В одном американском фильме была одна фраза гениальная. Разведчик ЦРУ уговаривает свою бывшую возлюбленную, уже взрослую, они взрослые люди. Говорит, ну зачем ты участвуешь в политике, да? Мы хотим помирить всех в Израиле, да? Чтобы как-то они с Палестиной жили мирно, не убивали друг друга и так далее. И она отвечает, говорит, тысячи веков назад еврейский народ договорился с Богом, что все святыни будут храниться в Иерусалиме, это наша святыня.
мы с Богом договорились, мы избранная нация. И поэтому мы не имеем права не идти по этому пути. Угу. Видите, как много чего звучит в истории, которая потом работает тысячами лет, и люди убивают друг друга. Угу. Есть такая идея. На самом деле любой еврей вам это расскажет. Угу. Это нормально, мне даже нравится эта штука, потому что такой выход интеллектуальный, интересный. Вот все остальные должны просто молиться Богу, а мы единственный народ, который можем с ним разговаривать и находить общие точки зрения. Мы первую часть закончим, мы вторую про политику уже. Я постараюсь, во всяком случае, не говорить. Если вдруг случайно на эту тему вырули, то это будет обоюдная вина. Окей, первый раунд закончился, и Планет Бокс. Какой же это раунд? Я поняла.